хочу поблагодарить всех, кто нам дал возможность быть рядом с вами. А вам, я не побоюсь этого слова, людям, которые совершают каждый день подвиг, героизм, сказать огромное вам спасибо. Владимир Владимирович Путин был здесь на днях, наш лидер, верховный главнокомандующий. Он дал вам самую высокую оценку. Спасибо вам, что вы являетесь гордой великой нацией России, что вы гордость нашего народа. И поверьте, мы живы-здоровы вернемся домой, мы обязательно будем рассказывать всем, какие достойные наши ребята служат здесь, борясь с международным терроризмом. Огромное вам спасибо. И еще раз от всех ребят, от Натальи, низкий вам поклон. Спасибо вам огромное. В этом бою мы в строю, мы верим в правду свою и поднимаем наш флаг своего государства.